Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в ходе своего пребывания на форуме в Сочи посетил инвестиционную площадку Ингушетии. Обо всех проектах ему рассказал глава соседней республики Юнусбек Евкуров. Затем было подписано экономическое соглашение между двумя дружескими регионами о взаимном сотрудничестве. Должны быть совместные проекты. То, что каждый из нас что-то делает, это закономерно. Вот надо выходить на совместные проекты, и экономические, и культурные проекты, чтобы наши народы не только территориально были близки, но и были близки по духу, как это всегда было исторически.